Не можем дождаться больших автобусов. С таким возмущением в редакцию программы «Челны-24» обратились челнинцы. Они недовольны тем, что интервал движения нефазов составляет более получаса. Особенно трудности челнинцы испытывают по выходным. Эльмира Гуйнутдинова пообщалась с пассажирами и проверила частоту движения общественного транспорта. Съемочная группа решила провести эксперимент. Остановка Пош-депо. 9:40 утра. С этого времени начинаем отсчет. Через какой промежуток приедет большой автобус номер 3? С завидной регулярностью на горизонте появлялись только маленькие, под номерами 1 и 9. Иногда даже приходится, наверное, 2 часа стоять, чтобы тройку дождаться. А так, ну я на тройке просто редко езжу, но когда надо, вот, то долго приходится ждать. Я вышла где-то в 9:00 было, и вот мне надо было сюда, по московскому ехать, не было тройки. Я села на 11:00. В 10:04, через 24 минуты после начала эксперимента, приехала тройка. С такой же частотой ездит маршрут номер 11. По словам водителей, пускать большее количество автобусов нет смысла. Малая заполняемость. Но причина не только в этом. Часть автопарка периодически оказывается на ремонте. Стоят обычно они по мелочевке. Мелочный ремонт такой, не крупный, там, чтобы движок или что-то там, а вот мелкие такие вот, как редуктор газовый. Но такое объяснение мало успокаивает пассажиров, тем более, что на нехватку автобусов жалобы поступают не впервые. В октябре прошлого года была аналогичная ситуация. Тогда в исполкоме это объяснили тем, что они находятся на техническом обслуживании. Так, например, вместо 16 больших автобусов под номером 3 курсировали только 10, а десятку, по словам пассажиров общественного транспорта, приходилось ждать более получаса. Спустя полгода картина почти такая же. Пассажиры общественного транспорта сетуют на то, что в утренние часы дождаться нефазов непросто. Результат – переполненные маршрутки. Утром бывают проблемы в выходные дни. В выходные вообще не уедешь ни на чем. И единицы нету. Вообще по московскому очень редко вот эти вот выходные ездят. На работу вообще не попадешь. Просто десяток мало водят. Почему-то вот вчера вот стояло, сейчас с лишним не было, долго не было десяток. Как сообщили в отделе транспорта исполкома, накануне на третий маршрут вывели 2 дополнительных автобуса. До конца недели запустят еще 7. Что касается других направлений, то, по словам директора предприятия «Электротранспорт» Рашида Шамсудинова, ситуация с ними должна разрешиться в ближайшее время. Автобусы будут курсировать с интервалом 8 минут. Правда, за счет чего удастся увеличить частоту, на предприятии не уточнили. Эльмира Гайнутдинова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.